Спасо-Вознесенском кафедральном соборе города Ульяновска в субботу в честь праздника Преображения Господня прошла божественная литургия. В народе его еще называют «Яблочный Спас». По традиции священнослужители были облачены в белые ризы, символизирующие вечный божественный свет, явленный Иисусом Христом на горе Фавор. В этом году праздник Преображения Господня совпал с 465-летием со дня совершения первой литургии на Симбирской земле и со 185-летием Симбирской епархии. С 465-летием совершения первой божественной литургии и 185-летием основания Симбирской епархии от имени митрополита Симбирского Анастасия мы поздравляем всех жителей Ульяновской области. После завершения литургии был совершен крестный ход вокруг Спасо-Вознесенского кафедрального собора. Уже в соборе прошло освящение плодов нового урожая. Именно в этот день православным христианам разрешается впервые вкусить плоды нового урожая, так как до праздника Преображения существует запрет на потребление плодов яблок и винограда. Это является определенным ограничением на свежие фрукты, которое начинается вместе с Петровым постом и заканчивается на Преображении. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.